Миндогасу Миллерису 36 лет. Приветливый, добрый, общительный и, кажется, страшный диагноз – церебральный паралич – никогда не мешал ему радоваться жизни, учиться, получить высшее образование. Несколько лет назад Миндогас потерял родителей, братьев и сестер нет, и он остался совершенно один. Но вот счастливый поворот судьбы. В лице личного ассистента Людмилы Станявичине Миндогас обрел и помощника, и друга. Совсем недавно я переехал сюда, в Висагенас, из Рокишкиса. И в интернете нашел информацию о том, что с сентября здесь предоставляется услуга личного ассистента. Позвонил Марии, руководителю Висагенского отделения Красного Креста, и она сразу назначила, и знаете, буквально на следующий день привела ко мне уважаемую Людмилу. Я так рад, что не пришлось даже ждать, и очень счастлив. Знаете, она мне помогает, и кушать готовит, и квартиру убирает, помогает помыться. А вот сейчас жду, когда назначат социального работника из Висагенского центра социальных услуг. Но там очень большие очереди, поэтому очень рад, что есть вот такая услуга личного ассистента. Я бы советовал людям обращаться, не бояться. Сейчас, насколько знаю, эта услуга временная, на год. Но если у людей будет потребность, эта помощь будет продлена. Знаете, я правда счастлив. И еду Людмила готовит, и все. Все, заботится обо мне, как о своем сыне. Да, и поговорим, и не скучно, очень счастлив. Огромное спасибо, конечно, и уважаемой Людмиле, и уважаемой Марии Коркут за то, что предоставили мне эту помощь, потому что теперь я могу жить полноценной жизнью. В какой же помощи в основном нуждается Миндогас, спросили мы у Людмилы. Миндогас вообще нуждается во всесторонней помощи, потому что ему тяжело ходить, ему тяжело кушать, ему нужна всесторонняя помощь, ему тяжело искупаться самому, естественно, ему надо везде помощь, что-то заполнить, куда-то сходить, быть ассистентом, проводить его в какое-то учреждение, мы имеем колясочку, это тоже он сам не может. Он тяжело пишет, тоже надо помощь, может, конечно. Ну, вот помощь нужна Миндогасу во всех, как бы и психологическая помощь, потому что человек живет один, и он очень хочет поговорить, и мы говорим обо всем, и педагогическая, социальная, и психологическая помощь на самом деле нужна таким людям. И я очень рада, и Миндогас смотрю, что очень хорошо мы друг к другу относимся, и помощь нужна всякая. Или в банк, вот нам надо в Содру, например, завтра, и мы вместе поедем на такси, и тоже помощь надо, и наша помощь. Помощь вообще как личного ассистента заключается в том, чтобы по потребностям человек тяжело ходит или тяжело разговаривает, он другой раз по телефону звонит, например, куда-то ему тяжело говорить, я могу вместо него взять, предоставиться, кто я такая, как представитель. Сколько часов в день вы проводите? С Миндогасом мы проводим 3,5 часа. А вообще наш Красный Крест и такая личные ассистенты, как я, до 4 часов в день, так как у меня еще есть несколько клиентов, которым я по несколько часов уделяю в день. И с Миндогасом мы работаем 3,5 часа, так как он нуждается в очень большой помощи. Но вы, наверное, уже успели к нему привязаться. Ну вот, видите, на самом деле он говорит, что, ну вот как член семьи, на самом деле, я ему могу даже на выходные позвонить и сказать, Миндогас, у тебя хватает кушать, потому что ему в пятницу надо побольше приготовить на выходные. И мы с ним от всей души поговорим в понедельник, значит, может, пораньше я могу подъехать там, пока он спит или проснулся. То есть я как бы подстраиваюсь под своего, естественно, клиента и очень стараюсь все услуги, которые нужны, может, в другой раз и больше. И советую всем также обращаться в наш Красный Крест, и мы будем делать и все по потребностям наши услуги предоставлять. Очень счастлив я, знаете, потому что сейчас, пока жду очереди в центре социальных услуг, мне пришлось бы или нанимать человека, который приходил бы и присматривал за мной, или думать что-то еще. А эта услуга бесплатная, и всем бы советовал ею воспользоваться, тем более, что такие замечательные женщины работают. В рамках проекта «Висагенский общественный семейный дом» услуга личного ассистента сегодня оказывается 5 висагенцам.
По словам Марии Коркут, еще есть полставки ассистента и возможность предоставлять эту помощь еще 2-3 людям с недугом в возрасте от 16 лет и до пенсионного возраста. Желающие могут обращаться в Красный Крест или в отдел социальной помощи самоуправления.